Осень, несмотря на всю свою красоту, может оказаться совершенно беспощадной для вашей обуви и сделать ее похожей на кабана-бородавочника, как, собственно, произошло с данным кроссовком. В этом случае вам поможет очиститель для замши и набука Velvet шампунь. Также вам понадобится обыкновенная малярная кисть, которую вы подрежете до длины в 1 см. Вам нужно будет налить Velvet шампунь в какую-либо тару, макать туда кисть и с усилием вычищать вашу обувь, периодически убирая пену с помощью салфеток. Вся грязь будет оставаться именно в ней. Преимущество Velvet шампуня заключается в том, что после того, как вы сделаете всю работу, его не нужно будет смывать. Также оно обладает легким бальзамирующим эффектом. Данным средством работают профессиональные реставраторы, но за счет легкости его использования вы также в домашних условиях можете почистить свою обувь как профессионал, потратив на это всего лишь пару минут.